сейчас на то, что не сюрпризы не подачены. Ну, нафиг, конечно. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Спасибо, сын. Ай, машала. Ты знаешь, что мы к тебе с хорошими новостями? А? Нет. Садись, сейчас расскажем. Салам алейкум. Дорогие братья и сестры, недавно на днях мы нашему брату открывали сбор, вы видели, не последний сбор был, где я обратился за помощью, как бы поддержкой этому парню, к нашему брату Рамзану, главе Чеченской Республики. И, алхамдулилля, сбор тоже закрыт, собрано 300 тысяч рублей для этого парня. И что касается Рамзана Ахматовича, нашего брата, как говорится, он, как всегда, оказался на высоте. И даже мне, я не успел к нему написать, я обратился за него, он сам уже увидел ролик, сам же написал, что нужно, что необходимо, чем помочь. И я сказал, что достаточно ему помочь жильем, иншаллах. Хотя они и лечение все хотели сделать, но лечение мы пока отложили, лечением займемся позже. В данный момент первостепенная задача, даже вот сейчас стою, даже вот сейчас у меня ноги мерзнут. Это вот с этого вот холодного места забрать этого парня и поселить его в жилье. В общем, мы решили решить его вопрос, точнее его вопрос в основном решил наш брат Рамзан. Вот это 1 миллион рублей передаются этому парню. Правда, они временно передаются. Сегодня вечером, они уже не вечером, а сейчас сразу же, они уже будут на карточке лежать, на его счету. Ну, дадим поддержать ему свой подарок нашего брата. Вот, этот миллион будет, этот миллион и 300 тысяч будут использованы для того, чтобы для приобретения хотели построить дом здесь, но он пожелал, чтобы в соседнем поселке купить квартиру ему. Будет приобретена, иншаллах, квартира. И помимо квартиры, то, что необходимо, в дом тоже мы обустроим его, чтобы он мог жить спокойно, тепло и уюте. И, кстати, у него еще сестры, сестра у него 14 лет, точно такие же руки, точно такие же ноги, такая же больная. И вторая сестра сколько лет? 11. И другая сестра 11 лет. Хочу, я не хотел об этом говорить, но я не могу не сказать, потому что я человек, который любит справедливость. Я вам расскажу такую ситуацию, историю. Историю этого человека. Этот человек, когда после смерти матери, от того, как они жили в нехороших условиях, их забрали в интернат. Правильно же? Забрали в интернат. По сути, по идее, эти дети должны были находиться в интернате и по исполнению 18 лет, как положено интернату, обычно после интерната государство по программе квартиры, все такое и тому подобное. Выделяют. Вот. Но у нас, как говорится, работают по старой схеме, старые волки. И этих детей, решили на этих детях зарабатывать деньги. Определенные люди. Я думаю, они знают, о ком речь идет. Кто этого ребенка сейчас увидит, этого парня, да? Они поймут, о ком речь идет. Я не буду тыкать и показывать на этих людей. Но знаете, что мы в курсе. И думаю, что ваши эти аферы, они долго длиться не будут. Потому что, почему, вы знаете потом. Так вот, пока не исполнилось 18 лет этому парню, а 18 лет ему исполнилось 19 ноября, и 20 ноября его выставили на улицу. Почему? Потому что за опекунство, за это деньги уже не получают они. Вот. Но сестры пока еще живут, потому что даже эти сестры и то находятся в очень плохих условиях. Даже вот он здесь находясь, как мне довели эту информацию, сестры находятся в еще худшем положении. И
Хочу сказать, вот это, как тебя зимой работать, заставляли огород копать, правильно? Вот с такими руками, с такими ногами, правильно? Твои опекуны. Так вот, опекуны, которые находятся в Буйнакском районе, вы не думаете, что мы не в курсе, мы в курсе. И думаю, в ближайшее время вопрос уже решаться будет, иншалла. Так вот, зимнюю, вот это зима, холод, вот этих детей, его сестер, эти опекуны, которые должны опекать их, создавать им условия, кормить, в тепле держать, они их выгоняют в огород, работают зимой, огород копают вот с этими руками. Покажи еще раз руки, ну, сними, пожалуйста. Покажи руки. Покажи руки свои. Вот посмотрите, вот эти руки, вот эти ноги, и их заставляют работать в таком положении. Но ничего страшного, вы не думаете, что Всевышний Аллах не видит, и что наказание Всевышнего Аллаха к вам не придет. Эти вот такие больные дети, это авлия Всевышнего Аллаха, то есть любимцы Всевышнего Аллаха. Вы обижаете любимцев Всевышнего Аллаха. Соответственно, и наказание от Аллаха будет непременно. Лучше уж просите Всевышнего Аллаха наказание здесь, чем получите вы его там. Но ничего страшного, мы поддержку ему тоже дадим. Мы их тоже поможем, на ноги тоже поставим этих детей. К чему я все просто говорил? Во-первых, чтобы эти люди имели в виду, что мы уже в курсе. А дальше уже вы сами поймете, что и как будет. И, кстати, остальные органы тоже. Когда к вам обращаются вот за таких детей, вот за такие ситуации, объясняют им, что в таком положении находятся. Их родственники приходят, просят вас принять решение в их пользу, чтобы забрать их в лучшие условия. Ну, будьте там немножко людьми, пойдите навстречу, как минимум выясните, а не как там некоторые люди, когда к ним приходят простые люди и просят вот таким образом, чтобы отдать их, высокомерно говорят, типа, мы посмотрим, что вы сможете сделать, или тому подобное, или нападут что-то вроде этого. Но мы будем бороться за справедливость, иншалла. А справедливость всегда возьмет верх над несправедливостью. Потому что лично я не хочу быть из числа тех людей, которые, видя несправедливость, оставались в стороне. То это будет срочно Всевышним Аллахом, иншалла. Также, в любом случае, вопрос их не как вы видите. Вот они, деньги. Там деньги на счету лежат. Вопрос этого парня этим людям назло уже решен. А вы сидите и давитесь там. А также я хочу сказать отдельную благодарность, конечно же, Рамзану, который в сегодняшний день... У меня лишний раз даже у нас с ним разговоров не бывает, ненужных общений, что-то как-то, да? Но по делу, без слов друг друга понимаем. Спасибо большое этому человеку. Дай Аллах, чтобы у этого человека... имеет то, что он имеет на сегодняшний день, многократно раз больше, чтобы у него было. Чтобы он еще больше силой мог помогать людям нуждающимся. Этим бедным людям, простым людям, да, бедолагам, кто нуждается в этом. Им без разницы, кто им помогает, что помогает, откуда помощь идет, каким образом помочь. Им главное, чтобы обрести тепло, уют. На прошлом видео я вам показал, в каком положении этот был парень. А сегодняшний день, пожалуйста, у него есть все. Вопрос одного-двух дней, вопрос решен. Потому что такие братья, как Рамзанец, и такой брат, как Гасанец, который я говорю всегда, который всегда рядом на подхвате. Правда, у Гасана, конечно, таких возможностей нету. Но, иншалла, где сможет, он поможет. Где не сможет, Рамзан поможет, иншалла. Дай Аллах здоровья этим братьям нашим. Дай Аллах крепкого здоровья, долгих лет жизни им. Дай Аллах, чтобы всегда все хорошо у них было, чтобы всегда стойко на ногах стояли и никогда позиции своих не теряли. Дай Аллах, чтобы те матери, которые их родили, которые воспитали, дай Аллах им крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и радости, чтобы всегда радовали своих сыновей, своей теплой улыбкой, иншалла. Еще раз, Рамзан, Гасан, от души, братья, спасибо вам, что всегда поддерживаете, что всегда рядом. Вы лучшие на сегодняшний день. А также, что еще хочу сказать, вот вы видели недавно положение этого пацана, когда я показывал вам, спрашивал его, что у него есть покушать.
Он показывал, вот здесь он. У него был буханка хлеба. Больше ничего не было. А следующий день посмотрите, как его за... просто за... упаковали здесь наши ребята. Он знает, все есть здесь, слушай. Здесь полное, там полное. Тут полное. И дай Аллах, чтобы вот так вот всегда помогали друг другу. Дай Аллах, чтобы вот эти люди, которым кушать нечего, всегда у них полные холодильники были, полные столы были. Мы же можем им помочь. Так давайте же помогать. Всем удачи, всем здоровья.